Ну что, ребята? Не ждали такого появления эффектного? Не ждали, дорогие подписчики моего канала Рицу Полумесяц? На самом деле у меня нет слов. Не по поводу того, что у меня 30 тысяч подписчиков, у меня просто нет слов. Из-за того, что я в принципе делаю прямо сейчас. Я не знаю, мне кажется, мне кажется, это, это кон конец моей карьеры, после такого, после такого не продолжаю деятельность на Ютубе. Но, так или иначе, я хочу всех поблагодарить. Я извиняюсь за звук, но сами видите, что у меня на башке. Это не игра в пилу, это на самом деле реальность. Что сейчас происходит? И я сижу в черной, черной кофте, хотя на улице 30 градусов херачит. Еще и сосед херачит, но это не важно. 30 градусов как 30 тысяч подписчиков на моем канале. Получается раз, два, три. Три раза вот по две ладошки мои. Это, это на самом деле, правда, я. У меня тут вот все работает. Я не дома, у меня у меня командировка до сих пор, но не суть. Не суть. В общем, что я хотел сказать. Это не должно быть слишком сильно длинное видео. О, я не знаю. Я не знаю. Я ради этого события заказал себе пиццу. Ну, как, как можно 30 тысяч подписчиков на этом канале отпраздновать без пиццы, правильно? Пицца ⁇ это главный атрибут моего канала, в конце концов. И мне просто, понимаете, настолько была необходима маска что я заказал ради этого пиццу. Это по сути именно только ради этого себе пиццу. За свои кровные деньги, свои копеечки я отдал за эту пиццу, чтобы купить маску себе, потому что у меня другого выбора просто не было. Боже, я даже не знаю, что сказать. Спасибо всем ребятам большое. Спасибо, ребят, всем большое. Это своего рода такое микро поздравление, но одновременно с этим и анонс, анонс настоящего празднования, на котором я сниму эту маску, сниму эту маску. Сегодня у нас, именно сегодня, в этот день, когда вышло видео, не какой-либо другой еще день, в 5 часов вечера по московскому времени будет стрим, стрим будет празднично, 30 тысяч подписчиков. Где я раскрою все карты. Я, я все-таки решился. Я решился, если я уже что-то на что-то решился, то я иду до конца, блин. Я не знаю, мне так не привычно этой видеока видеокамерой, видеокамерой, веб-камерой, неважно, как она называется. <laughs> как она у молодежи называется. В общем, да, это, это, это правда. Это не, это не сказка, вы не спите. Я на самом деле сижу здесь, в костюме в костюме петуха. Точнее, я просто в маске петуха. Дода, петуха. Дода, это нев... неважно. У меня, у, меня, у меня чешется щека, и я не могу снять эту маску. Помогите мне. Сколько времени прошло? 4 минуты прошло. Я без очков, поэтому я ничего, ничего не вижу, что это записывается, не записывается. Сами понимаете, по очевидным причинам. Также сегодня на стриме будет, ну, собственно, поздравления, раскрытие. Я решил, так сказать, быть максимально открытым с вами, максимально открытым и прозрачным. Как один человек небезвестный сказал. Хочу быть максимально открытым своей аудиторией, поэтому. Потому что я хотел что-то новое привнести на свой канал, я уже не раз об этом говорил, что хочется каких-то изменений. И, возможно, одно из этих изменений, не знаю, пойдет нам на пользу или нет, возможно, это действительно, мое последнее решение на YouTube-канале своем это, возможно, смерть чему-то одному и на ее рождение чего-то нового. Не знаю, как это все. Как это все в дальнейшем разовьется, во что это разовьется, не знаю. Может быть, я, может быть, это ошибка, может быть, это мое лучшее решение в моей жизни, я не знаю. Не знаю, но мы посмотрим в будущем. Так или иначе, так или иначе, там, да, мои розовые наушники, кстати, тоже просто бомба. Сзади, сзади висит тут, тут, тут просто висит наш на шкафу, потому что там сзади зеркало, вот тут, короче, там зеркало, я его задвинул туда раздвижной шкаф. Я повесил туда, чтобы там всякие шмотки не было видно и отражение не было видно. Но это мы еще обсудим, мы это еще обсудим на стриме, поэтому приходите обязательно, ребята, приходите обязательно. Так же мы... Так же мы... Где тут, где тут? Я уже, по сути, почти все показал, я не знаю, все показал, только осталось нос и рот мой показать. Я уже все, все, что можно, спалил, блин. Вообще глаза не показывают свои. Я буду, я буду закрывать. Так, ладно. И мы также продолжаем собирать на видеокарту, видеокарту мою, это из последних новостей, что никак не можем добить эту полосочку. А, я даже не знаю, я... Вы посмотрите вот на это, вот у этого человека 30 тысяч подписчиков, вы верите в это? Это даже не человек, это, это, это что такое? Ужас. В общем, это, говорю же, небольшой анонс был, еще раз всем спасибо огромное, извиняюсь за звук. Ну, тут ничего не поделать. Тут ничего не поделать. Запись в эфире. Блин, я могу показывать руками что-то. Я могу показывать фигу. Это не вам, это я просто. Демонстрирую свои возможности. Ах, что ж. Я не знаю. Я не знаю, что со мной не так. Скажите мне, что со мной не так? Не важно. В общем, сегодня в 17 часов, 5 часов вечера, по московскому времени будет мой стрим на котором я раскрою все карты и вы сами понимаете, что будет, что будет. Я думаю, что время пришло. Пришло на сколько? 7 минут. 7 минут. Давайте еще одну минутку подождем. Еще одну минутку подождем. По 7 Как ваши дела? Напишите в комментариях. Также, да, не забывайте подписываться на канал, на канал, на... на канал, если вы здесь впервые. Не забывайте ставить лайк под это видео, если вам понравилось. Если, я, я не знаю, в принципе, это не важно, это не важно. Это видео просто для тех, кто, кто хочет быть в курсе. Прям прикольно, я могу показывать штучки всякие. Сука, пальцы видите? Десять? Вот. Сегодня стрим, все должны прийти. Это событие станет поворотным событием в моем канале. Я уверен, оно обязано таковым стать. Это это мое личное решение. Мое личное решение. Я решил, я не стал ждать, я не хочу ждать. Ждать слишком долго. Ждать слишком долго. Я хочу. Хочу сейчас. Хочу сейчас. И я хочу еще снять свою кофту, потому что я уже говорил, 30 градусов на улице. Хотя не так жарко, на самом деле. Хотя не так жарко. На удивление. Я думал, сейчас я буду сидеть здесь, и я просто споте и умру, но на самом деле нет. Так, а вот всего 8 минут. Все приходите на стрим. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Всем пока. Подписывайтесь на канал, телеграммы. Все мои телеграммы. Пока-пока. Я офую стрим. Пока. Это не стрим, стоп, это не стрим еще. Стрим не начался. Все, бай, бай-бай-бай-бай-бай-бай.